Так, ну дождь кончился, мы отобедомши с новыми силами вечером вернулись на место. Ну, ух ты, ёпрос это, сохран-то какой. Ржет. А вот уже 1908 поход. Забавно. Первое Николая II. Как же лазим по тракторам накатом, да. До этого Николая ты не поднимал здесь. Тучу вроде не видно. Ну такие тяжелые облака, но пока вроде не гроза. Зато красиво. Красиво. Еще сигнал. Затертое. Затертое что-то. Гладкое практически. Что это за манер? Капуста. Капуста, да. Первое. Я здесь вообще ни одной капусты не вижу. Дождь кончился, появилась мошка. Намазался гвоздичным маслом, блин. Вообще вся слетелась. Да ладно, у меня столько живется. А? Ну да, вот они, 2 копейки. Капуста. Продолжаем собирать. Что-то лысенькое, что не пойму вообще. Да. Кружок зеленый. Даже не зеленый, но медный. Еще сигнал. Что это такое, непонятно. Хрен знает. Масон. Масон? Копейка масонская. Очень хорошо. Угу. Следующая монетка. Это маленькая деньга-то. Ну да. Чья это? Ну не Анна и Анна. Ну что, ручей за кустами? А? Да. Сигнал. И сигнал. Курица его. Курица, да. Что здесь написано? Ну, маленько. Александр. Его иная. Мошка нас съедает. Его иная. Лучше в дождь ходить. Да, лучше в дождь. Дуплетом 2 сигнала. Вот эта штучка. Да, это кусок. Листа? Лепестка. Ага. Кусочек с обломанной. Ага. Ну, подержи. Да. Там у нас лепесток согнутый. Целенький, но согнутый. Это разогнем. Это не беда. Да, очень бы хотелось это сделать поаккуратнее, потому что здесь эмаль сохранится. Погреем. Эмаль убьется. Ну, посмотрим так. Так вот. А идти нам еще вот туда. Да, уже из сил. Нет, 2 у меня монеты. Тут интересная ерундовина. Заборчик. Заборчик. Покажи. Под пальчики. Какая-то прям... Не знаю, что это такое. Подскажите, может, кто знает. Ну-ка, крупным планом.
Не могу долго, а ты ум стать меня засасывает. Вот так вот. Такс. Монетка. Монеточка. Херает не капуста. А что это? Капуста. Капуста? Это ведь не капуста, это капуста. Капуста. Капуста, капуста. Нравится. Ну, похоже, да. Редкость для этого поля. Советик. 35-го года. Ранее? 3 копейки. Хорошо. Отлично. Хороший сигнал. Где-то тут. Блин, комары в нос. Комары, ложка. Не здесь, не здесь. Где-то под травой. Блять, ты. Не ругайся, мотор. На камеру. Да подними ты его, господи. Монета, да? Она самая. Вот так. Че, монет не вижу. О, жеребный. Сейчас помогу. Здрасте, я сюда пришла мыть, а он тут сигарету бросил. Гладенькая такая. Гладенькая. Походу, Катя какая-то. Гладенькая. Катя, Катя. Катя, Катя? Судя по крестику посередине, Катя, Катя. Ну да, я не жалею ее. Вот как. Аппарат в машине. Что это? Вот так. Что это? Не знаю, обломок чего-то. Говорят, круглые как монеты. 10 штучек нашли уже вечером. Все. Как я пошутил. Нет? Блин, не нашли. А что это? Я не знаю, что это. Тонкая, круглая, но не монет. Ёпарасота. Ну-ка это. Как ее? Жопа от батарейки, походу. Да? Да. Печаль. Так, монетосик. Господи. Какая-то неведомая цепочка. Нога убитая. Что-то там финальным аккордом прилетело. Не знаю, то ли осколок, то ли медная чешуя. Не знает. Положи мне на руку сверху. Сюда. Непонятно.
чувствует. Но это медное. А переверни. Здесь вообще. Не знаю. Смотри, бы. Эмали. Крестик. Гнутый-гнутый, но не сломался. Все, отмучился, дружище. Да, конечно. Я уж даже трогать его боюсь. Ну, дома, по-моему. О, его завернуло. Но целый. Угу. Ну все, мы к машине пришли. День завершается. Вот она. Шмурдинка. Шпилька какие-то. Вот эти проволока сложена шпилькой. Ну что-то что-то вязали. Ну все, машина бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум делает. Все. На сегодня хватит. Да. Уставшие, довольные. За день сегодня подняли 31 монету. В общей сложности. И всяких интересностей кучку. Все, завтра еще выйдем. Я надеюсь. До скорых встреч. Сходим, сходим. Вон туда. Туда опять, туда, на третье поле. И к реке. Все, до скорых встреч.